Мало кто из наших зрителей знает о том, что Евгений Осин не только прекрасный певец, но и вегетарианец. Жень, скажите, пожалуйста, когда это с вами произошло и когда вы отказались от мяса? Когда эта беда со мной случилась? Это случилось уже 16 лет назад. Я просто в один прекрасный момент понял, что можно обойтись без тяжелых продуктов, таких как мясо, потому что если, например, положить там фарш какой-то или там кусок мяса просто на солнце, через час вы увидите, что с ним станет. То есть то же самое примерно происходит в организме человека, когда он поедает вот такую тяжелую пищу. И как выяснилось, что весь организм человека устроен, как у всех травоядных существ. Таким образом, длина кишечника у нас превосходит рост в 6 раз, в то время как у хищных только в 3 раза. У нас нет пасти, по-другому устроены зубы. То есть мы можем жевать это все дело, потом это поступает и слабой желчью все это долго переваривается, потом блуждает по длинному кишечнику, и только потом, выходит наружу. Я просто онемела, потому что такого количества медицинской информации я не слышала ни от одного певца из всех, которые были в нашей студии. Американские ученые опубликовали результаты исследования вегетарианцев и мясоедов. Оно показало, что вегетарианцы живут дольше и гораздо реже болеют раком. Польза вегетарианской диеты состоит в том, что в ней велика доля овощей, фруктов, каш бобовых и орехов. Мясоеды же чаще страдают от избыточного веса. В их крови намного выше уровень холестерина, который содержится в яйцах, молочных продуктах и мясе. А высокий холестерин – главная причина инфаркта миокарда и внезапной смерти. Поэтому, если вы хотите жить дольше, ешьте побольше овощей и фруктов. Они богаты витаминами, минеральными веществами и содержат клетчатку, которая не только лечит запоры, но и предотвращает развитие рака кишечника. Вот есть такая статистика, которая утверждает, что 80% людей отказываются от мяса, думая о своем здоровье. 70% по этическим соображениям, то есть им просто неприятно есть мясо убитых животных. Только 30% делают это, думая о судьбах мира. Что вами руководило? Всего понемножку из перечисленных вещей. Когда человек приходит, например, в ресторан или куда-то, он просит там бифштекс или какие-то котлеты, или еще что-то. То есть, если бы при нем прям приводили тут же, например, кого-то теленка или ягненка, и тут же перерезали ему горло, я думаю, он бы не стал бы, да, конечно. Но он говорит, я же не убиваю. Но с другой стороны, употребляя мясо, человек понимает, что это мясо достается жертвами вот этих животных. И если бы человек не ел мясо, то их бы и не убивали для этого человека. Свиньи верили, что чем скорее они вырастут большими и толстыми, тем скорее попадут в рай для свиней. Пошла, пошла. В такое прекрасное место, что ни одна свинья и не думала возвращаться оттуда. Ну давай, пошла. Прощай, мама. Никогда не буду курить и есть мясо однозначно. Я, например, с трудом общаюсь с женщинами, я имею в виду так близко схожусь, которые, например, курят.